Трехминутная рекламная пауза, дамы и господа. И сколько дало за вот этих ребят? 25. Я хз, в чем дело? У них у всех 4900 было. Странные ребята какие-то. Да нет, по-моему, классно. Сейчас нормально, правда, не, патч вышел, нихуя не знаю, блядь. Не мне. Алло. Алло. Здрасте. Добрый вечер. Как вам новая дота, Александр? Еще не катал. Ага. Кушал, посыпался, собирался с мыслями. Ты сейчас будешь приятно или неприятно удивлен? Да, нормально. Нормально. Я уже был только что неприятно удивлен, уже вышел из этого состояния. Так что меня уже ничем не взять, тем более дотой. Так, сейчас мы и бах, дождемся. У нас 5 будет, да? Угу. Сейкбок. Рибах там быстро, походу, все. Там против ВЗЗ опять попался. Не, он с ВЗЗ попался, и в этот раз ВЗЗ не тащит. Я что-то там на ютубе какой-то ролик смотрел, ВЗЗ что-то в районе там 30-2 было, а его команда у всей 0-12. Я так недавно закатал огненной пандой. 27-2 против Резолюшена, и нас отъебенили. Вот, так он играет... Там команду ебенили, а один, короче, ВЗЗ геомансером всех херачил, в итоге выиграл. Там этот играет сейчас. Как его? Против него Мивзебест и Гартер играют. Типа, не самые последние люди. Пытаюсь дочитать патч. Это очень дохуя. А иты мы поменяли какие-то? Нет. Да, особо нет. Там чуть-чуть Мжолнир подфиксил. Эулу дэмэдж добавили, я вам видел. Что? Эулу дэмэдж добавили. А. Если ты падаешь с Эула, если ты на себя его сам юзал, ты получаешь селф-дамаг? Не-не-не, не получаешь. Мало ли, что, может, инстаблинк нельзя убить? Ну, инстаблинк уже нельзя, да. Чего? Ну, ты с Эула падаешь, получаешь 50... А, ты именно... Если я юзаю на себя Эул. Не, тогда можешь. Ты еще в БКБ можешь его юзать. Мне понравилось, как Террорблейдом пофиксили. Саня. А? Здорово. Не, ну Террорблейд, да, объективно послабее стал. Угу. А что там ему сделали? На 0.6 сократили прирост. У меня теперь прирост силы, как у инчитера, 1.3. Месяц. Так, и получается, смотрите. Персонаж умирает, делает байаут, после чего его убивает некролит с аганимом. Все, он не может. И он может идти кофе делать, выйти в магазин с игами, вернуться, сходить покакать, и только потом он... Поиграть. Ожарится, да? Да, да, да. А можно его приору получить. Кстати, да. Слушай, а прикинь, Бак, в 25-м левеле какой-то тип, блядь, в часовой игре делает байаут и умирает, серьезно. Он же не будет ни двигаться, ни экспу получать. Получит лоу приорити, блядь. Фу, габель, блядь. Так. Посмотрим, В3-3 затащит или нет? За В3-3 что-то не ок. Сейчас, смотри, сеточками. Это не ваш знакомый случайно, нет, вот этот Ви? Да нет. Андрю. Не, это уебан конченый. А чё он сеточки не бахал, сейчас на Вивера мог бы убить? Какой-то переоцененный уебан. Какой-то переоцененный геомансер, я бы так его назвал. Он, а сеточки разве на работают на... Я просто очень много раз с них катал. Ну вообще, да, работают. Я теперь думаю, что у тебя везде будет в пике Omnic Knight и Кунка. Кунка, кстати, прикольный стал. Mm-hmm. А чем мы добавили? 10 секунд баф весит корабля. Mm-hmm. Ну это 10, вместо 10. 8, там прикольная штука, то что на своих крест висит 8 секунд. Mm-hmm. Типа двойной срок. На самом деле жестко.
Марк, это сделать 50% шанс на свою жизнь. О, ульта, лича в геомансеров. За гонимчиком, нормально. Че крипов пофармит еще. О, да. Феникса пофиксили, просто не знаю, больше пофиксить не могли. Теперь да. Вместо 75 в секунду он вас ебашит, просто вам череп вскрывает по 70 в секунду. Да, да, такое. Жесть. Вальвы знают. Зачем его вообще трогали? Вальвы знают, что делать. Ну да, да. Опа, выкопился, сдох. Единственное, что мне вот нравится, это у Квапы Dagger 4 секунды КД. Это теперь можно будет катать через Blink, Dagger и Урна. Да-да-да, это же реально жёстко. На 7 левеле 800 хп типочка, любого вот так. Dagger Урна, через 4 секунды Dagger Урна, все может ливать. Точно. Просто 4 секунды, там же демеджа 60 овертайм, и каждые 3 секунды. Рейнджу Даггера подняли еще просто. И так что там немного, так, да. Будет кидаться. Ну она теперь вообще так люто может задалбливать этим Shadow Strike. Вот если запустить. Я вот представляю любой файт, когда скиллы повязались, там 4 секунды одному там на 500 улетело, потом еще 4 секунды второму на 500 улетело. Ну, жесть, она еще и словит, и блинкаться не дает, хилить не дает. Да. 4 секунды. Это же охренеть просто. Ага, Shadow Demon, добавили ему Аганим, он тебе 2 поража дает, да, или что? Да, ну это да, в принципе да. Может быть изобильно. 2 поржа это нормально. 2 поржа это круто. Жалко только пурж, нельзя на своих кидать, типа какие-то хиксы, пуржить или так далее. Это или было бы реально изобильно. Дебила из твоей команды, геймер-винера, запуржить. Ну да, пускай стоит, наслаждается. У меня был сложный. Не, вообще было бы круто, реально, если бы можно было. Ну, пурш работал как диффузы, и на своих тоже можно было кидать, снимать хиксы там. Скорость мейдж, базовая скорость передвижения, теперь 325. Ну он же летает, правильно? Ну, типа Луны Террорблейда, вот даже больше, чем у них. 325. Не, ну не больше, чем у Луны. Луна-то она чемпион. Не знаю, но когда-нибудь появится герой, которого муфпит, база будет 335. Это вот тогда просто вот ЦМ-ки все с ботинком, у которых 330. Который по всей карте дэмэдж дает и еще волков вызывает, да? А ульт у него супер ульт. Да. Опять геомансер закинул, что ли? Остановись. Ага. Чен пришел, поиграл там. Крипочка взять хотел. На самом деле, вот, я уже поиграл на Вич-докторе, на Хусике поиграл. На Вич-докторе реально приятно, там кулдаун Маледикта, ну, да, я читал. Почти вот в два смотри, раза меньше. Вот смотри, читаю про Тайда, то, что забыл. Да-да-да-да. Что он теперь эндштов ебашит. Так это уже факт, поиграл так. 60% уменьшает дэмэдж всем типам. Я вот на Тейк-Хантере онли играю уже это последние 3 это получается дня. Топовый персонаж для офлайна. Да. Ну, да. Покупаешь щит. Не, щит не надо, щит не стакается с этим, с пассивкой, с кракеншеллом. Через кракеншелл можно ебашить. Как это не стакается? Вообще не стакается, что ли? Не стакается вообще кракеншелл с... Ну ладно, покупаешь не щит, а перчатку на силу. Да с ботинком просто идешь. Перчаточка забасываешь. Пиздец, тебя кто-то начинает бить, ты моб, минус 60% дамаги, и он как печь пошел стрелять. Бля, 4 ебаных секунды Shadow Strike кулдаун. Ему да, я уже 3 дня ебашу на этом Тайдхантере, он такой имбовый, блядь. Еще до патча он оказался имбовым. Undying. Undying'а нормально апнули. Чё, читаю. Сейчас подойду, короче, ребят. Урса Сатаника, смотрите во всех кинотеатрах. Кстати, да, Урса с сатаником территорию. Ой, вот он. А, вот, ульты летают. Нет, просто топовый ченч. В принципе, это когда убиваешь фингу. Лич знает, что делать. А там 2 ульта летают. Да. Цирк. Прикинь, туда фармить кто-нибудь пройдет. Так я думаю, сейчас третий закинет туда. А ульт может улететь в туман войны? То есть если снизу пройдут? А вот хз. Мне кажется, может. Ну давай, третий. Ты про Венгу помнишь? Читал?
А, да, тоже приятно. Это очень самое, приятный самое баф. Самое жесткое, что может быть. Это реально очень приятный баф. 900 АОЕ. От киллера. То есть там предположительно вся команда стоит, его убили, и хоп, все не бьют уже. А туда еще этот Тайтхантер Ешечку дал, и все. Да это жесть какая-то. То есть Лингу нельзя убивать теперь. Третий пошел. Охренеть. Жесть. Да просто сколько угодно можно к ним, хоть 100. Ибо готов. А, ну да, тут видно уже. Хорошо, что ебах вот неожиданно не прилетел вот сюда вот пофармить с блинка. Там бы его просто бы в секунду бы снесло. Так а в этом реально есть смысл запускать ульту на эншентов. Жесть. Не, ну в тумане войны, очевидно, она летает, потому что как бы лич не видит, что стоп или видит. Не, я думаю, это фигня. А он видит, как летает. Так. Еще. Раз, два. А, не, он только одну закинул еще дополнительную. 4 ульта уже летает здесь. Алло, здорово. Здорово, ебах. Здорово. Я смотрю, как тут 4 ульта летают по этим, по эншентам. Нормально. Жестко. Ссаная дота. Так, ну ладно, поехали. Попробуем все. Нужно попробовать все, ребят, в жизни. У меня это, вторую игру подряд на фонтане вард ставят, короче. Так а нельзя же. Ну, в смысле, ну как-то они стоят, умудряются рядом с фонтаном. Понял. Жестоко видно. Слышь, Андрюх? А. А вот смотри, если лич с аганимом приходит на эндштов. Да. К врагам. Да. Кидает на эндштов ульт и уёбывает. Да. То как фармить эндштов в команде противника? Вообще в этой игре. Впитать. Кроме как тинкером там. Впитать пойти. Сначала. Хотя если кто-то там подойдет, он тоже будет как эндштов. А что впитать? Впитать на себя и увести его в никуда? Только так? Ну да, типа вот так вот подойти, чтобы он отлетел и отойти. Какой-нибудь квапой с даггером вот этим. Угу. На 4 секунды. А если у вас в команде нет, ребят, тинкера или квапы, или антимага? Да не, ну можно же все равно, лол, там, любым героем просто подходишь на рейндж, он отлетает и уходишь немного. Он же медленно летит. Ага. А если при этом ты еще в стане стоишь, Андрю? Если в стане стоишь, то все плохо. А вот если реально... Внезапно встал в стане. Причем, заметь, вариант убить эндштов сразу нет, потому что ты в стане стоишь. Сань, а если вот реально ультов 7 закинуть туда с аганимом, то вот там проблемно будет. Чтобы увести нельзя. Увести будет сложно. Если только в несколько подходов увести только, все ульты. Только нужно тинкера покупать в команду срочно. Да. Чтобы как-то убить. В БКБ впитать, вот инвейд пишет. Ну, Митяйт, конечно, найдет выход всегда. А если ты чен, Митяйт? Ну, Митяйт же доту прошел. Пиздец, по-моему, все знает. Не, ну ченом вообще халяву крепочка подвел, такого пожертвовал им. А лич бабки заработал. Так. Чё пишет здесь у нас? Канав. Вард нельзя ставить только прямо около фонтана, где респицы героя. Это сделано, чтобы случайно не поставить вард на землю при... А, все, понял. Всё. Так в том-то и дело, что мне свои ставили. Хотели дать хардеру и ставили. Ставили? Ну, рядом с фонтаном они промахивались. А, так они не промахивались, там через контрол надо бахать. Видимо. Там надо теперь как ботлом, типа, удерживая контрол, нажимаешь, передаешь. Ебанут. Ну я чувствую, у нас на КВшках тоже там несколько раз варды около будет на базе. Ой, вот это вот ой. И потом в официалочках, ой, а можно РМК? На интернешнале вот это вот,
Ой. Варды центри стоят. Стандартная. Ой. Фонтан заваржено. Вообще их на землю можно выкидывать. Удерживая Ctrl, на землю просто нажимаешь. Один вард лежит. Так что так. Блин, надо про дотку почитать там. У нас давно пеки не было, дредуха. Пишут в чатике на GodGame, ребят. Чего давно не было? Пеки, Darklight, что за вопрос? Пеки. Дред, у меня уже 5 часов, как наступил день рождения. Поздравь меня, если не слушаю. Поздравляю с днем рождения. Блинк АК 2517. Счастья тебе и удачи. Любви и богатства. Блин, на продоте уже горят. Чё такое? Subair Gaming. Ага. Да, качу, они сейчас там на буткемпик подтянутся и бах. Шутить уже на интернешнл не будешь над ними. Вот в гранд-финале. На аналитике. Да. С тобой. Да. Или нет. Так а если гранд-финал АВР против релакс? Тогда, получается, на аналитике я не смогу быть. Ну тогда НС будет. Да. А он-то любит слово. Мастер слова. Мастер слова я призываю. Лучший мастер слова России, что уж там, мира. Бля. Блин, я представляю. Фейспалм внутри НС, когда вот эта вот тёлка это говорит за хуйню. Лучшая команда, и он вспоминает так вот недавние игры, там, допустим, мира лучшая. Братвы Нурика. Лучшая команда после братвы Нурика. Да. Дред, проверь вебмани. Сейчас проверю. Только я там, ребят, уже, наверное, комментарии-то не буду читать. Есть только самое интересное. А нормально, да, что поиск у нас 6.15? Да. Ну, все отлично. Лол, а реально? Ничего не напоминает? Сейчас скину. 500 рубасов мне скину. Дредч, соберитесь. Так, стоп, соберитесь. Добивай смотрите, картинка, ничего не напоминает. Я вам? Жду тебя во Франкфурте на ESL One. Предоставляю ночлег, экскурсии и пиво. Это приятненько, приятненько. Спасибо. О, кстати, да, прикольно сделали. Ну, а тебе это ничего не напоминает? Не, я имею в виду, что состав альянсов. Ага. Последние карты. Герои. Так, что там? Бля, только реально висп выглядит, как я не знаю, как молекула какая-то. Да, реально прикольно. Финальный пик, с которым выглядит. Ну прикольно, реально раздули, все интересно так. Не, круто, круто, конечно. Сэмочка только на Омника сбоку похожа, какой-то там. Так, это нормально, что мы игру ищем уже 7,5 минут? Да, да. У нас этот область поиска уже, ребят, как анал порнозвезды. Большая, в смысле, имеется в виду. Они, ладно, любишь вырезать. Любишь фильмы, да? Я, ну да, любитель, в принципе. Ценитель, Финальный ценитель, да? Ценитель, да. Хороший фильм. Да. Особенно там, где есть сюжет.
С душой, главное, с душой. А, как всему нужно... Сюжеты в таких фильмах, как правило, самые интересные. Простой подход, Андрюх, простой. Да. Люди, понимаешь, по-человечески надо все делать. Да. Даже в этой индустрии. Все, что естественно, что естественно, то прекрасно. То прекрасно, понятное дело, да. Ну, за исключением, а ладно, не буду. Да нет, все прекрасно, абсолютно, Соня. Не, Андрюх, то, что у меня сейчас в голове нарисовалось, это... Да я примерно прикидываю тебя, если вот мы вот с сферы порноиндустрии перешли на вот такую вот тему, и там разные очень бывают, очень разные бывают. Андрюх, настолько мерзко это все у меня в голове происходит, что я сейчас сам держу себя за горло, рискуя не блюнуть. Поэтому Соня так просто. Хорошо, все, понял. Моя фантазия, пусть она нахуй идет, она очень сложная. Сложная или... Очень сложная, очень. Тут, как правило, другое же слово подбирают. Богатая. Назовем его сложная. У тебя сложная фантазия. Очень сложная. Ну чё, ребят, все, в арму третью идем. Параллельно запустим. Шучу. Макс, а чё, кстати, скинь мне... Может, отменим поиск? Ссылочку. Давай отменим. Качать надо, да. Сейчас. Давай я поставлю поиск, мне везет всегда. Ну, давай попробуй. Давай, только я выставлю сначала регионы, западная. Ага, Украина. Ага, поехали. Запада, Украина. Дред, где Лепеха? Лепеха тренируется в приватных... играх, наверное. Или спит. Одно из двух. Бля, что-то Альберт просто постоянно спектатинг a game. Он просто игры что ли смотрит? Наверное, вместо фильмов. Да. Смотрел сериал новый, кстати? Какой новый сериал? Про Террорблейда видел. Не, не смотрел. Блин, он... он... За женщиной своей смотрит. Он тренер, что ли, ее? Что-то... Он просто любит созидать. Созидать? Лицезреть, может быть? Бля. Может быть. Так, и Вилат бахает. Ну-ка, блин, какой там у Вилата рейтинг? Вилат с магом бахает. У Вилата нет рейтинга, они обычный папа играют. Почему? Потому что Вилат не любит РММ играть. Почему? Ну... 186 побед. Так, а у Фака что с рейтингом? 4000... Ёбаный рот, я вот тут смотрю... В натуре Фак Тайдхантер сплошные. Это у меня, блядь, все лицо уже в Тайдхантерах. Обросло Тайдхантерами. А Тайдхантеров уже точно. А что такое recruitment level? Recruitment level. Это типа тех, кого ты учил. Я... Ты никого не учил. До 13-го левела, когда... Я тоже никого не учил. Да. До 10-го даже левела, ты можешь их брать в пати, раньше мог брать в пати, и типа играть с ними папчик, и давался вам еще батл бонус, ну типа на это время, и ты якобы учишь типов играть в дотку. А, вот, кстати, сделали круто, типа в турнаментах распределение по там типа по скиллу премиум, профессионал, аматеур. Вот, и смотришь такие премиум-турниры. Ой-ой-ой. Да ладно. Тихо. Тихо, не спугните. Оп. Свет ушел. Ну, это хорошо, на самом деле, сделали с этими турнирами. Потому что, блин, в куче всяких турниров, там, с $1000 призовой. Их просто как говна. Там турниры без призовых есть еще. А слышишь, Гудочек, то, что ты сказал скачать, оно мне пишет... Опа, ребят. Battle Point. Не является приложением Win32.
116%. Ну, блин, экспириенса. Там этот, надо созвониться с Кексом, он все объяснит. У меня тоже сначала что-то не пошло, но потом пару раз потыкал, пошло. Ребят, что за рандом? Я балдю. Дрюс, пикнет ЭХД, понравится. Не, ну вот это прикольно, да, 1800 рнж с аганимом, 14 секунд, действительно может и понравиться. Да. Просто ну, на мид, блин, бросаешь. Ну... такое. Мне больше понравится на Энигме играть, я уверен. Блин, подожди, а прикинь, команда пушит, противник... Так о чем знаешь, речь? Они... Такая плюха стоит на хайграунде. Не, ну то, что поставила эту пульсу, это королеву просто... Королеву никто не взял. Королеву... Будешь на ней это? А не конечно. Хочешь на легкую пойти на ней? Чего? Дых. Ну, у тебя секьюр. Иван, если хочешь, можешь брать оффлейнера, я пойду в лесок или типа того. Могу на легкую. Не, Сань, ну давай там это, уже на центр, как знаешь. Мне тут мне-то похер, куда идти, в принципе, легкая, нижний коридор. Да хоть и верхний коридор. Хорошо, когда универсал. В оффлейн идешь, да? Универсал. Иван. Ладно, я тогда на нижний, в общем, пошел коридор. А я урну буду делать. Давай, давай, Сань. Курица нас тут. Слушай, а прикол-то. Включи, Макс. Худу. Прикольно. Сейчас включу. Так. Значит. Оо! Прорисована такая. Да, действительно, очень качественно. Все, я буду юзать ее. Зря так. Я покупал монопол месяц назад. А, нет, у меня же корона есть билд. Хотя. А что у нас? Что-то другое. Можно получить. Через Ctrl, да? Ну да. Я на всякий случай, вдруг ты типа не... Я слышал. Чтобы не запороться. А то я помню на аматорке. Ой, ой. Ой. Это уже, по-моему, стандартное ой. Фак, а тебе это регенов немного там, нормально? А я в лес пойду, мне нормально регенов. Все, понял. Я стандартненько один отводик до второго левела, а потом. Ой, ну если заберу. Ну забери, я может даже гашек прокачу это, ну. Может в миде? В миде мы вряд ли заберем. А, у тебя нож. Ты же закроешь. Там неудобно стоит там как-то. Ну сейчас попробуем. Иду в следующем вейве, когда на ХГ зайдет ко мне. Да я так буду закрыть его сейчас. Попробуем. Ну, у меня вот сейчас пачка сейчас. Будет на ХГ у меня. А как ты второй не взял? А, точно, там грибы не умерли. Че, погнали? Да, можно. Погнали. Вот кайфует, наверное. Так это ты даже новый-то не начинал еще пока. Новый-то это, прокачанный-то не начинал даже бахать его еще. Гайсики, у меня что-то это, вивер домогается. Я тебя не пойму, если ты мне... Забанил. Ладно, Саня, я что-то, да, в пивасике немного. А-а-а! Вивер, тормози. А еще крипов динамит, козел. Ты дам сейчас танк. Давай, СПС. А дальше я уже на самом деле сам смогу. Хотя он мне еще продолжает харасить. Крипов много, даже его не похарасит, попробуй. Так, ну-ка, вот здесь вот. Да. И опа. Два, опа. Раз, два, опа. Ай, вот здесь вот не взял. Третий левел нужен, а что-то мне экспу пиздить, и так не получить его. Андрей, дай тангус? Или ты уже использовал? Я использовал уже. Ты можешь намазать его. Давай. О, слушай, ты тогда давай. За третий левел, Андрей. Все, спасибо. Оплачено. В рот. А смотри, он тоже помазал. Тоже? Ну правильно, нормально. Че, говорит, я хуже, что ли? Не, все, ну я уже
уверенно теперь буду стоять. Там, глядите, и левела возьму, и сайленс на него будет. Ну, перестань. А сайленса нет там еще? Кровавая ванная. Не, я кровавую ванну взял. Один крип до третьего. Я тебя покину. А что там, заблочено у вас? Да, у нас заблочено, поэтому пришлось воровать у тебя экспульчику. Ничего страшного, фак. Блац. Вот тут приятно стоять. Блац, Сикерович. Я вон тоже ботинок взял. Ну все, я тоже теперь буду. Не-не-не, Максон, пожалуйста. Без грязи. Я иду, Андрюх. Да мне нормально. Давай ударим. Давай. Хорош. It's a matter of magnitude. Вот я как бы настроил его на то, что я это... безобидный. А потом бах-бах и с Максычем. Все, свободен. Я думал, на самом деле не убью. Ты там бьешь, но что-то Фиссура больно ударила. Красивая, потому что больно бьет. Наверное. Я подбегаю, Мит, на что-то далеко. Давай, я есть уже. Иду, иду, иду. Фейрон с ДД. Так. Нету, нету. Это все нормально. И все. Мы его убиваем. На этом твои полномочия, все. Сзади. Там что кто-то был? Танкуй. Блять, ударяй. Ну он под даггером, он твой. Ты точно догонишь меня, парень. О. Он сгниет, может не умирать. В мучениях сгниет. Ой-ой-ой. Макс, живи. Макс. Ну ты вряд ли. Ботинки, по-моему, там. Ай-яй-яй, этих нету. Да отвали ты уже. Ну и нормально там апнул 5 левел. 4 кило сделал. Бладсикер. Кому вообще эта тварь может проиграть соло линию? Я вот не знаю такого персонажа пока. Аксу разве что какому-нибудь. Хотя... Феникс. Не, Фениксу... Ну он конечно... По сути проигрывает ему, но при определенных условиях, учитывая то, что игра 5 на 5, он делает фраги. Ну уж проиграть слайм говори, а не про полезность. Ну ладно. Взял, заткнул меня. Луни с глейвами, без бима. Вообще в хламину. Тоже да, наверное. Топ-руна. Хотя... Спурман щилдом, его вообще ничего не пробивает, и дэм уже так-то у него здесь нормально получается. Погнали, да, вот туда куда-нибудь. Тут же вижен стоит минуту, но я все равно на удачу. Стой, стой, стой. Все, иди. Там он прыгнет. Я не достаю далеко очень. Я понимаю. Он с фейзами, кстати. Не мидасовый. Может не это, не сдаваться? Тут у меня инвокер, он не с тобой. Я иду. Сейчас, я готов развернуть. Давай. Твою мать, сайленсер. Ой, ёпты, трое тут. Так, где там? Я бля, поехал. Ну он выживет, что ли? Я поехал. Не. Санька, я иду. Угу. Сайленсер. А, я вот с Лазарыч. Половинчатый. Ну, сайленсер уже кайфует от 4 секунд. А ты уже бахаешь там, да? Да, уже 4 секунды бахаю. А вот сейчас этому хуйнёшь? Этому тоже, да, если... Забавный, да? Прикольный перс.
Это вот я представляю, на эту фулману навыкидывал дагеров по 110 маны. Да я им на лицо навыкидывал всем. Они так кайфуют. Да, хороший персонаж, хороший. Не, ну я ультанул, конечно, там. Но остальное навыкидывал. Что ж ты не сказал, Макс? Я бы тоже на МПшечку подошел. Слушай, а сколько там получается в итоге дэмэджа? 300 за один даггер. Какие 300? Ты 360. 60 умножить на 5. Это будет 360 плюс 125. 360, 485. 60 умножить на 5, это 360 аных? Сань, заебись. Сань, не каждому дано. Все у нас нормально, Андрюх. Да ну, как делишки? Сань, есть у тебя, да? Да, у меня есть. Угу. Так а ты думаешь, я один с ним не справлюсь, Сань? Нормально, надо делиться, Андрюх. Ну ладно, тем более делиться. Жуками. Ну этого вряд ли шлёпнем. Торнадо тебя сними. Да, убьём. У меня мой масс ещё, блядь, 420. Убьём. А вон жука пошёл. Это уже. Раз, два. Смотри, там не за стиль у Андрюхи, а то он нервничает. Ой, нас видели, Андрюх. Да. Беги. Я походу не ушёл. О, потому что 4 человека, ага. И минус катастрофа. 2 интеллекта у меня забрали. Скоты. О, рыбку нашел. Я троих нашел здесь. Опа. Слушай, а второй, дай ему второй еще. Блин. А не стакаются или нет? Не, обновляется. Ах, вот жаль. Угу. Глобалити, ебать. А, колдснапчик, хорошо. Ну, все, он сдохнет. Знает его. Знает его. Вас же не смущает мой ник, да? Не, не. Сань, нормально, ни в коем случае. Хорошо, ребят. Мало ли, мы начали, я не спросил. Ну и чё ты встал здесь, блядь? Из прошлой игры, бодипак. Это нормально он придумал, да? Да. Стратегии рабочие, всё. Так, надо ещё пешечку себе взять. Ты там инвокер, надо сверху стики прикупить так-то. У нас Тайдмана Бутс купил, ребят, я только что видел. Так не скроет. Да. Теперь для тех, кто любит скрывать, уже все. О! Будем? Я иду. Иду. Там сзади ТПшится. Блять, заезд. Я пошел туда. Я ТПшусь отсюда. Ушел. Так какого хера ты такой быстрый? Ты шо, уебок? Курица. О, это моя летела. Блять. А то подойду. И экран посерел что-то даже. От стыда. Скажи спасибо, что тебя не король. После бай-бай. Не, ну да. Можно было курить идти. О, Фуриону можно курить идти, походу. Да сейчас не заебут, сейчас ты подинаешься, блядь. Всех будут травить, блядь, всех. На нахуй. Еще на нахуй. Ну все, динайте его теперь, ребят. Обязаны. Воу, там сейчас будет. Да минус 2 опять. Все, а ты вот меня заебал. Сань, пойдем покажем ему. Давай. Не, уж никак. Первому хочу взять. Вот этот вот, подожди. О, глобалити. На хосте бегу к тебе, Андрюх. Хорошо. На деда точно успеваю. О, хорошо. Да заебали. На. Какая агрессивная квапал. На так. Да.
Это колопу подфиксили немножко. На нахуй. Я на мили убиваю мобов даггером, как бы. Сколько он наносит? Можешь себе позволить. А, 125 он наносит. Тикает 5 секунд. Тогда им ловкитить изи вообще. 425. В натуре для ловкитов изи вообще. О, мне сейчас... Мы же его заберем, подходи. Надо. Да. Ой, как не завязалось. Да ладно. А у нас никаких просветок нет. Так, новость. Ой, ой, чуть-чуть не задел. Так, ну-ка ускорь меня. Ага. Ага. О, вот этого тоже надо что-то придумать. Колдуна надо. Отравил, смотри. О, ускорить сейчас меня. Сейчас еще дам, Андрюк, на 125, смотри. Оп, 125. 125. Нормально, нормально. Нормально кач идет, да? Саня, 125. Да, Саня, вот здесь без маны, как бы. Неприятная ситуация. Такое. Шовиденчик, да? Так, ну все, курица возродилась, ребят, заранее, не заранее, а еще раз извиняюсь за случившееся. Mm-hmm. Перезавязайте курица курьера. Mm-hmm. Быстрее развится курьер теперь. Метод, который маленький, который бегает. Так, а на меде что-то стоит. Так, вот это вот и вот это вот. Да бы сходить, а? О! Все, я не бью. Теперь понятно, когда сможешь сходить. О, а там снизу что-то какая-то движуха. А Вивер думает, вот, что смотри. Он меня дымажит. Глобалити, ебаный ад, ЕМП, ебаный ад. Ты носилку. Да посмотри, сколько дамаги они, 1500 мне валили. Два колдуна. Так он действительно тебя не дамажит совсем. И вот как бы вроде все хорошо, а да, тут... немного не успел. Фак. Бля, ну это просто эпик, сука. Тебе нужен какой-то лайфстил и все. А, Тейтхантер лайфстил. Ну да. Тогда ты в лесе будешь. И с руки в раз. В полтора секунды. Флешечку и с руки, ну. Не, если б я вот тем этим Энкор Смешем попал, он бы отъехал. Этих, тех, всех, всех бить надо. Блин, ну, конечно, этот Bloodseeker. Даже один герой, если размятый, 35% бонус мувспида. Просто как брудья под сеткой. Просто как брудья. Но все равно не юзабелен на просцене. Или юзабелен? Еще как юзабелен. А, че не используете? Или вы нахал? Да не умеет никто просто. Я тут не этот самый... А против жабы, если его пикать, а? Да. Не, я говорю, соло на соло просто парень ставится. Он чудовищно силен. А, вот, кстати, Бэтрайдер еще его один на один будет жарить. А квапу будете использовать теперь, Андрей? Так мы и так ее использовали. Ну, а теперь именно через даггер. Теперь именно через даггер тоже будем... Бля, вот шарфик бы точно бы оценил. Оценил. Так он... Ты так говоришь, как будто он умер, блядь. Не, шарфик бы оценил. Понятно, Ванёк. Понятненько все. Все, даже не добавляй ничего больше. Ёб твою мать. Стоп, 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 ребят. -2 опять. Я вот знал то, что надо бежать, но надо было бежать раньше.
ТП-шку что-то просрал еще. Андрей, посмотри, пока свободная минутка. Легендарное противостояние. Нага, Сирена, Темпларка, Тайт Хантер, Котл, Дарксир. А, вот это вот? Да-да-да, ноль. Да, там все уже. Там уже ноль. Ноль дэмэджа, да, они тебе наносят? Да-да-да. А еще раз факт покажи. Сейчас. Давай, там сейчас новые будут уже. Так. Такая встреча. Опа. Ноль. Я от них регенюсь, короче. Неплохой фиг, кстати. Да. В принципе, не особо повлиял на геймплей. Тайт Хантер может стакать себе 10 стаков и убивать их. Да. Никто так не может в этой игре, даже Тинкер. Тайт Хантер может тупо стоять и куришь уйти. Куришь, Вань? Начинай. Автоатаку нажимаешь, идешь курить, возвращаешься 8-м левелом. С первого левела так делал. Все. Дота влияет. Это пиздец, блять. На здоровье. Ну такой небольшой фикс, как бы. Привыкайте, ребят. Да, ну это, конечно, жестко. Я не так сильно охуел, когда взвели патч Сикеру на 9000 месса. Кстати, я вот на нем сейчас. Пока еще не было так много. Сейчас лотыни тебе немножко. Даже фейзы, лотеры, улы там. Ну там это... Все эти штуки. Все равно разгонится. Да? У меня с одного уже почти 600 на фейзах. Найсец. Я, наверное, ТП-шку себе не буду брать. Потому что не всегда она быстрее. Так, здесь меня в прошлый раз убили, я не хочу сюда идти. Не, а у меня есть форстав, фульта. Вань, слышишь, есть, конечно, одно но, что когда ты будешь приходить, покурил, приходишь, а там лич чин удобно. Как мы это обсуждали. Да-да-да. Рыба с блинком. Не, меня здесь не любят. Понял. Ты уходишь, что ли, Андрей? Я пару крипов убью, у меня БКБ будет. Точнее, даже одного. Все, я с БКБ, можно начинать грязь. Угу, погнали. Смотри, я в тактикал позиции. Тактикал позиции. Мне подсказывает, что если игра будет минут так 50, то не особо юзабельно будет этот спам до героев. Факт, курицу хочется, потом... Да начнем. я поэтому не тороплю. Ну, это не надо торопить. О, мне больше вот этот не нравится. Нормальный перс. Два болится. Сломай ногу, да, форси. А, не могу. Ну, сломай ногу. Я зато могу себя форснуть, вот так сделать. Ну что, сеанс не дал, Андрюх? Не знаю. Он тпшится на своей базе. Небось на базу летел, да? Ой-ой-ой. А Вивер-то сплитпусит нас? Да, захватывают. Так, бам. Максим, лети в топ, наверное, я после тебя. Да. Я на третий тавер. Я без ТП полечу, кстати. Ай-яй-яй. Размотали, парня, размотали. Надо тавер ломить. Хорош, Сань. Нравится тебе, нравится Акаша играть. О, сайленсер. Это эпилептические уже припадки начались-то. Привет. Хороший персонаж. Да, сайленсер клёвый. Смотри, ману зато мне он выжигает. Или нет? А, нет.
Ой-ой-ой. Казалось бы. Если я выживу, я еще поиграю, кстати. Не, не выживу. Можешь идти курить. Ты что, меня же не некролит убил? Уже проблема. Блин, вроде атаковать хочется, а вроде и не стоит. И что, ты догнать меня решил? Сельдь. Так, давай, фак... защищаю тебя. Давай. Бля, ну этот Тайдхантер, это реально не смешно. 60%... Сзади. Сейчас пройти через сторону. Быструю дорогу мне выбрал тут герой. Опа. Парни, это нету. Я думал, что нести. Мне не очень по душе, только то, что серый экран. Так его. О, ребята, а я быстренький. Что можешь сделать? Его можно убрать в настройках. Да? Да. Бля, реально, как будто на тот свет отправили. Не нравится, да? Да, как будто не в доте убили, а в квартире, блядь. Вы что, его заебали? Бля, еще юшка, да, везде? Габель. Оба, не ждал, сука! На нахуй! Все, гадюку дал, сейчас еще шаману дам. О, подошел. Отлично. Подошел на эту хуйню. Так, а я, слушай, до сих пор быстренький так-то. Мы двоих видим. Опа. Так, тут тоже можно. Сынечка, дай урну, пожалуйста. Сейчас, на, дал. Ай, а! Походу не тому, да, дал, Ванёк? Ну ничего страшного. Но у тебя сейчас новая появилась. Я могу тебе и даггер дать, как бы. Кулдаун 4 секунды. Всем могу дать. Продано. Так, теперь. Она внизу сплитпушит. Сплитпушит, правильно говорить. Сори. Блин, у меня теперь нету этих. Как их? Квеллинг Блейда я не могу. Уезжать с прута. Плохо. Он их ставит разы. Порой да. Короче, Саша Яша все-таки классный артефакт на Блудсикера. Без Б. Вероятно, оптимальный. Без барабанщиков. Просто фейзы, Саша Яша, поехали. Вот эти вот всякие замесы там происходят, как правило, кто-то уходит, там кто-то выживает, и Блудсикер такой на 700 МС. Просто идет. Может, погнали базу? Сейчас пойдем, мне надо этот последний артефакт ключевой. Так, бам, бам. А, так у меня уже хватает. Хотя, лол, я же могу... в сайт-шопе закупиться. Бам, бам, бам. Угу. Так, ну что, пойдем в базу? Угу. Нам топ очень сильно пушит, и Макс очень куда-то ушел. Я тут. Так вот, ага. Макс отпушит, а мы пойдем базу ломать. Тут какой-то тип в инвиз забрал инвиз. Я пойду посмотрю. А, это инвокер инвизный, вот так вот бегал. Я пойду посмотрю, поищу его. Давай. Здорово. Угу. Нашли. Не, ну инвиз взял, спора нет. Ну, план у него был. Был даже нормальный план у него. Блин, надо вторую бабочку делать. Я понял, в чем суть. То есть, получается, Unhorse Mesh работает по БКБ, да?
Да, да, конечно. Этот тайд может покупать себе блинк, какого-то слотового SF прыгать, да, нажимает C-шечку. Ну да. Или на X-а. Ну там нюанс, там 60 только базового урона, если там у него куча всяких... Базового? Ну да, не всего в целом, а базовый только снимает. Такой себе нюанс, почти незаметный. Ну да. Да сейчас дело такое, то что вся дота проходит только в начале игры, да ты заебал. Получил гамму. Максим, мы теряем. Все, 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 жив. Паучок не могу убить, и за мной свой гигер. Все, вздох. Нам базу ломаем. Андрюх, гадюку даю. Я побежал. Ты что делаешь, варвар? Гадюку даю, Андрюх. Базу дэшь, ага. Нет? А, вы, ладно. Я тогда донаю бараки, никто же не против? Не, я не против. Вторые тоже задонаю. Нормально, нахуй нам бараки вообще. Идем вниз. Пойдем. У меня как раз уже откатилась способность. Так тут быстро бьем довольно. Саня, не хочешь гем поносить себе? Гем? Ну да. Давай сейчас на слот. А, и бах, или да? Ты, давай ты тебе дам. Блять. Так я вовремя остановился. Да. Огонь, на огонь клацал уже. Что, дать ему может гадюку, а? Чё он выёбывается? О, а теперь ты чё-то выёбываешься. Да, нормально. Зазря. А ты не хочешь, не? Не, у меня ни маны, ни жизни, ни желания. А, ну, конечно. Так, сейчас вторую себе возьму. И вот пойдет игра. Там-то ребята с руки бьют в основном. Смажешься немного? Угу. Вот, спасибо. А может вдвоем их пойдем разъебем? Так у тебя аж нет желания. Все, есть. Угу. Угу. Сань, рыба меня подошла? Что-то это... Ломают, ломают, Сань. Вою, вою. Гадюку ей дал. Ну, глобалити. Все. О, баш. Эх. Эх, Санька, нас взяли с тобой. Слушай, они, может, на Рошан пойдут сейчас? А Макс, кто меня... Быть, о, давай. Сайленсер захватил деньги. Mm-hmm. Ага. Ультанешь, есть ульта? А, 114 минус 49. Бля, как же красиво ультуешь. Что 114 минус? Минус 49. Это... Дамаг. А-а, да. Там как бы все равно у всех керри, допустим, могильных, да и любых... Основная стата все-таки, это вот основная стата, как бы это ни звучало. Только артефактов, в общем, не так много. Там рапира, Дейдалус, этот МКБ, который дают тебе просто урон. А что наш собирают обычно керри персонажи? Бабочки собирают обычно. Бабочка это сколько дамага? Бабочка это 30 дамага плюс 30 от статы. Оф. Это 60 дамага. Да. А дальше? А дальше... КБ да и балус какой-то, да? Нет, ну, почему? Привод, и весь дэмэдж. Да пошёл ты. Ну все равно, допустим, Макс, у меня сейчас белого 212. Окей. Мне было бы неприятно играть против Тайнхантера, который по БКБ мне бахал. Я же говорю, что это будет какая-то жесть, если будет тайт с блинком в кого-то БКБ персонажа. Так тайт и раньше в БКБ физика все время в БКБ пробивал, просто сейчас он эндшитов может бить. Физика. Физика с нами. О, ребят, смотрите, Аегу взяли. Mm. О, теперь я... видно, кто взял Аегу сбоку. Еще. Второго. Чувствуешь себя обсервером в игре? Отпускаешь клавиатуру, мышку и, блядь, придаешь. Да. И эти урсы с мускулами. Да, и мускул добавили. Добавили, добавили. Ну что, пойдем по верхней стороне? Предлагаю не уделять внимания особо тому, кто забрал. Соответственно, Аегис. Просто пойдем, ребят. Просто доверьтесь.
Да, 60% это неплохо. Что, будет битва, будет драка. Только вот без этого, без реально, без Quarrying Blade сейчас, Сань, всех бы убили, а так не получилось. Согласен. Свечи делают? Молодец. Алло. Чти бы это шевело. От такой хуйни. Ну вот, Сань, смотри, короче, один товарищ красный, у меня 584 под фейзами. Дэшечку на себя повесь? Не, я 584 про скорость бега. Я понял, я говорю, дэшечку на себя повесь. Дэшечку сейчас повешу, Сань, там нормально будет. Надо глянуть. Сейчас посмотришь, там хорошо. Бладсикер, две бабочки, красота. Если бы у него еще прирост силы 5 был бы, то вот вообще классный герой. Может 8? Смотри, 33 минута. Сейчас глянем, сколько дамага для 33 минуты. Чё, бля, чё не паузу держит, вернулся, чувак. У меня так-то артефактов много, обычно столько нету. Блять. Но у них это стратегия, стратегическая пауза. А кого мы видим? Фурион по фарму чемпион. Вот так. Всего лишь 640, да, Андрюх? Ну да. На 33, да? Угу. А чё, больше не можешь, что ли, лишь? Где ты стоял? Не могу. Ты бойся в Азилане стоял еще, да? Да. А где дэмэдж твой? Не знаю, Сань. Потратил. Так, ну чё, я такой как бы базу ломать. Ж... Макс, форстафнешь меня? Один раз. Давай, блять, прямо на эту хуйню. В теории, если такой сикер подойдет к вопе, это ж она не успеет блинкануться, да? Да может, почему нет? О, ладно, пора нажимать. А-а-а! Ребята! Андрюх, ну сейчас гадюку буду давать. Дал гадюку. О, смотрите. Сейчас дам гадюку дал. Еще гадюку даю. Андрюх, ну и еще гадюку сейчас дам. Давай. Все. А, ну и еще тогда гадюку, да? Вот этому, да, гадюку. Уже 6 или сколько? Так, это тоже можно убить, в принципе. Ничего страшного. Так, еще вместо этого вот. Нормальный персонаж. Так, где артефакт? А, во, нашел. Все, Сайленсер, я нашел артефакт. Можно стоять, я думаю, на месте и все. О, это нормально он придумал. А, ну не надо! Ладно, я пошел туда. Бля, я тоже хочу так, ребят. Сейчас сек. А что ты можешь купить, чтобы так же было у тебя? Не-не-не. А. В тебя тычка фонтана летит. Блядь. Смотри, сейчас прилетит. Так. Наебалово какой-то, Андрей. Да, походу наебалово. Но она точно летела. Инфа есть. Я буду готовиться. Так. Все, погнали опять. Ой, тормозите, короче. Андрей, 0 дэмэджа будет списывать! Кто? Фонтан-то не будет. Я вот тут промашка, конечно. Фармить, фармить. Сань, ты во всех? Я не хочу его убивать. Он сгниет сейчас, Сань. Ты сгниешь вместе с ним. Нормально. Давай, Сань, давай! Ой, факер. Факер помешал. Принял. Как бы что для этого делал. Да. Так. Финальная. Гадюку дал.
Хорошо. ГГ. Капусточки туха 140 1475. Нормально. Изикаточка. Кадочка. Изигадочка. Плюс 7. Нормально, у них там тип 3800 был. Почему бы и нет? А, это вот тот самый вивер. Join Dota Holly. Такое. Тем временем трехминутная рекламная и год дальше тренироваться в дотку. Мне слот дали какой-то. Показалось, удали. Вот тут говорят, Морфу вообще огонь будет против Тайда. Согласен. Морф просто не будет пробивать Тайдхантера. Так, у меня Lost Connection. Та же история, но игра вроде ищется. Типа, там же реально весь ну, дамаг да, да. Белый. Так что... Такой с шотгана выбегает морф, блядь, и бах. Ну вот прикинь, у него 300 дэмэджа, а ему просто бах, минус 180. Всё. Минус 180. А сколько длится дебаф? 6 секунд. 6 секунд. Короче, на 2 секунды больше, чем у меня откатывается энкор слэш. Да. 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 Жёсткий чар, жёсткий. Притом на первом левеле уже минус 60%. Это вот реально тайт в триплу такой выходит. Триплу на триплу стоять. Разок бах, и там какому-то герою, который нападают на этого, на вашего кэрри, например. И все, ребята уже славу бьют. Хотя там, как правило, всякие ручки аппаратов, ауры, лун, венг и так далее. Такие дэмэджи он не срезает. Но все равно будет неприятно, бьет там герой... По его 70 дэмэджа будет бить 40. И один на один, что теперь Тайт творит, это просто борода. Против милишников особенно, ну, просто impossible. Он стоит, ну, прикиньте, он стоит на медиа, там у любого милишника абсолютно выигрывает, даже у ранжевиков он тоже выигрывает, он фармит все равно. Ну, не обязательно выигрывает, но он фармит. Потом уходит на эншентов, сворачивает. Там начинает их долбить. Который уже настакали ему. Да-да-да, он просто на каком, на седьмом левеле. Да, он на пятом левеле бьет эншентов. Он на пятом левеле бьет эншентов так, что они ему снимают по одному хп за удар. Не понял. Ну он просто долго их, допустим. Ну хотя да, вот, допустим, 3 стака, да, 4 стака он фармит на пятом левеле. Ну смотри, дракон, типа, когда у тебя вторая пассивка, второй Kraken Shell и третий Anchor Smash, дракон... Да, да, да. Дракон наносит один дэмэджа. Маленький дракон не наносит ничего. Да, и вот, допустим, уже вижу, как Тайдхантер уходит на эншентов постоять там минутку. На меде пока стоит суппорт. Тайдхантер возвращается 19-м левелом оттуда через минуту. Все. Да, Тайдхантер очень крут. Просто теребонька у него. Будет кросс-пиком, не будет у него проблем. Чё говоришь? Кросс-пиком будет. Не, ну фёст... Фёст-баном. Фёст-пиком-то он вряд ли будет. Не, хотя... Но он... Да его будут юзать как соло персонажа. Это какой-то быстрый мека, быстрый пайп. Он будет все стакать эншт, либо офлайн. Потом пошёл, эншт зафармил, купил себе меку райт-кликом или что-то ещё и пошёл. А не суппорт лоу-левельный. Не, ну он не сразу сейчас будет прям ФП, ФБ, фёст-бан. Speak, но он сейчас так уже начнет... играли, когда делали Кеви Тайда на трипле. Но это сейчас давно просто было. Для него линия появилась свободная, ну, да. И нет проблем. У вас плюс изолайнер, плюс вот такой вот плотный тип. А потому что он вот не прям завтра появится во всех играх. Я думаю, он постепенно, потихонечку. Сначала. Да там... Я не говорю, что он когда-то появится. Говорю, что возможно такое будет. Я очень на это надеюсь. Другого применения. Тайдхантер... Хотя не, я на это не надеюсь, потому что в пабе никто Тайдхантером не играет. Я не хочу, чтобы на нем кто-то играл, кроме меня. Затем все будут скоро играть, есть. По-моему. Блин, ну реально, вот просто... Не важно, как он стоит мид, он просто идет потом, фармит ебучих эншентов. Быстро и безболезненно. Не, скорее безболезненно, явно не быстро там. Эншенты уходят очень долго, где-то минуты полторы надо. Почему не быстро? Очень даже быстро, по-моему. Не, ну минуты... Ну вот как ты на седьмом полтора. Фармил, фак, очень быстро. Да? А тебе нужен только левел, тебе нужен только седьмой левел. Пятый, Андрей, пятый. Ну, с пятым, я тебе говорю, подольше будет.
там кулдаун дольше, дэмэджа меньше. На самом деле с 5 и 7 огромная разница по скорости фарма. По скорости, да, по дэмэджу никакой почти. Если скорость нужна, алхимия какой-нибудь придет, тучкой блеванет там и все. Все, за полминуты даже на пятых левелах упадет. Да, под физикал дэмэджа, кстати, все верно. Бля. Не, я уже давно предлагал какую-то даблу, типа Тайтхантер Дарксир и за Таур просто заходить на третьем левеле и просто все. Причем здесь Тайтхантер? Здесь я вынужден с тобой не согласиться, фак. Почему? Ну, типа, чтобы заходить за Таур, не обязательно тебе нужно идти там Тайт Дарксир, Максом и Тайтхантером троем заходить за Таур. Это один герой делает. Так-то один нужен, который крипов отбивает, а второй, который героев гоняет. А там Тайтхантер это не очень способен в этом плане. Вот Дарксир и Клокверк, вот это вот то самое. Ну а как Дарксир, когда вот типа стоит соло на соло? Так. А так, ну он же заходит иногда за Таур, ничего? Ну, иногда он бывает заходит за Таур, а да. Тут именно солян в том, что ну, 2-1-2 по линиям, и Тайтхантер в роли танка, который на третьем левеле берет там, допустим, ну даже первый Кракен Шелл, ну, 1-1-1 у него раскачка, и он просто заходит за Таур вместе с Дарксиром, и Дарксир фармит за счет этого. За счет Тайтхантера. Ну да, но на Тайтхантера вешает свой второй спелл, Тайтхантер просто не добивает ничего, а Дарксир 0 дэмэджа получает за это все дело. Да не, факт, не будьте стратегом. Ну бля, я и не это, не стремлюсь. Хотя опять я грубанул тебе, фак. Андрей, ты... Какой я мерзкий. Потому что ты меня хейт, я хуй знаю. Какой же я мерзкий. Ничего. На моей улице будет праздник. Я буду ждать. Уже вижу, через 10 лет. Такое сообщение в скайпе, фак. Можешь помочь. И я такой, нет. Ты злопамятный, фак? Я не знаю. Я сказал, что я вижу, я не сказал, что так будет. Так, блин, Dota что-то Steam балует нас, точнее наоборот. Минус карма у Дрюса пишет. Андрей. Кстати, да. Так, ну Dota, давай, не расстраивай. Dread Peak Ursus Mask of Madness. Да не, ребят, Mask of Madness Урси на самом деле какахи. Типа она бьет и так быстро, а в мувспиде там особо нужды нету. Ну да, максимальный мувспид дает. Ой, точнее, максимальный атак спид. Да, о, все, Дота встала. Давайте перезапустим поезд туда. Саня, может ты попробуешь? У тебя рука-то счастливая. Ладно, что, я уже все сделал. Все еще лежит. То у меня встало уже. Вся, у всех встает, у всех встает потихоньку. О. Сейчас Дота встает, наплыв поисков. Так, а Сани еще нет. Надо подождать тогда просто. Там он сейчас Саня Finding a Match, а мы нет. Мне добавляют чек с ником капусты, у него абсолютно такой же качан, как у меня на аватарке. Фейкер. Может, это ты из будущего или из прошлого. Инфу тебе надо дать. И ты вот не принимаешь, типа. Блин, если я в будущем буду также играть в доту с ником капусты и кочаном на аватарке, то это все очень плохо. Хотя, если это ближайшее будущее... Да, ближайшее, через месяц. Вот на прям на квалах в финале. Вот надо забанить Тайтхантера, а ты его не забанил. Да. Не получишь ценные инфы. Ходу Тайтхантера фиксят, ход фикс вводит.
ход именно, фикс. Именно Тайтхантера. Ну да. Так подожди. Вроде Дота не говорит, что она устарела. А, ты Дота, шутишь. Дота вообще не базарит. А у тебя еще нет? Не встал еще? Не встала? Не, у тебя встал? Да, у меня встал. Вот, у тебя тоже встало уже вроде как. Лол. Не. Да-да-да, ты уже появился в... Не знаю, дух. В списке друзей. Я правильно сказал? Список друзей. Мне послышалось другое, конечно. Какое тебе послышалось? Там, ну ты ж помнишь, да? Нет. Фантазию мою. А! А, список. Понял. Так, finding match. Все нормально, ищем. Да, Steam работает. Макс, кого еще Макс, поменяли так? Макс репост, Макс репост. Сильно. Так, давайте посмотрим. У меня там где-то был открыт вроде как ченджлог. А нет, хер там. Ладно, не беда, я его открою. Ченджлог 681. Bounty Hunter, там range attack'ов много. Ну это приятно, но это не критично. Хотя это приятно. Очень приятно, реально. Bounty Hunter особо, ну, редковато бывает, скажем так, 16-м левелом. А то, что он уже 9-м треки раскидывает направо и налево, это очень круто. На самом деле, это реально очень круто. Так, весенняя уборка. Обновление весенняя уборка. Смотрим, что там в уборке еще есть интересного. Ну, Свен плюс 6 демеджа базового. Это сильно. Powerful. Так, батарея, говно, все. По-моему, мне кажется, что Эмбера не пофиксили. Вот, смотри, панду пивную. Что ты думаешь по этому поводу? По поводу пивной панды? Нет. По поводу Эмбера? Ну, как тебе сказать? Ну, все-таки пофиксили немного. Не особо. Типа, смотри, его немного пофиксили, плюс против него уже как бы люди играют все лучше и лучше. То есть, в итоге герой станет... Я не знаю, чем его пофиксили. Он убивал первые 20 минут не за счет тэшечки, а за счет первых двух скиллов. Первый скилл ему не пофиксили, он все равно будет замакшенный, будет точно такой же, как и был. Ну, замакшенный, да, но на первом левеле хотя бы не будет таким же уёбком. Я же говорю, до 20 минут, когда он ходил и всю карту набил просто. Да. Сверхмобильный, у него лоу кулдауны. А тэшечка, минус 40 дэмэджа на последнем левеле, ну и чё. Тебе критом вас уебёт не на 800, а на 760. Вот панда пивная, мне вот интересно, как она приживется на миде в основном. Хотя 10 секунд это долго на самом деле, довольно-таки для дотки. Мне вообще интересно, как Лина ультанет кого-то СФ. Да, это тоже нормальная штука. БКБ надулся нахуй пошел. Так. Тусика, Андрюх, надо тебе взять тусика попробовать. Не, может, у тебя по-другому скилл работает. Ну его нахер. Вот тусика. Вот вообще Бон Флетчера, по-моему, очень круто изменили. Это вроде как одно такое незначительное, невзрачное изменение, но по факту на 16-м левеле 10 секунд кулдаун. Оно же там длится секунд 30, по-моему. 10 секунд кулдауна чего, ульты? Да. Но столько же длится, сколько и кулдаун. А, ну вот. Это вообще законнее? Да. Законнее, это на украинском по-любому что-то значит. Законнее, законно, типа, нет? Ладно. Знаю, тут есть кто-то, кто украинский знает? Фак. Да. Да, наверное, Ваню. Или Google Translate. Разумею, украинскую дуже добре. СВЧ. В смысле? Ваня, ты же украинец, да? Нет, я из Москвы. Из Москвы?
А украинский ты знаешь или нет? Почему факт, ты живешь в Киеве и постоянно говоришь, что ты из Москвы? Ты что, дурак, что ли? Ну, потому что я родился в Москве и являюсь гражданином России. Москаль. Ну, то, что я 7 лет живу в Киеве, это совсем другое дело. Ты являешься москалем, фак, а не гражданином России. Сори. Адрес, ты в карме просто в минусовой купаешься. За последние 2 дня. Фак, еще не то будущее. Ну смотри, на пустошах мы с тобой встретимся потом как. Так. Один человек до десяточки. Блин, вот этот Midnight Pulse, он мне просто покоя не дает. Он, блядь, огромный! Он как АОЕ, ульты и антимага сейчас 500 АОЕ, ему еще больше сделали АОЕ. Котл с аганимом, хилит же, да? Я не нажал, парни. Да. Даже не выскочил ничего. Не, понятно. Ну ладно тебе, че. Что у нас? Так, ну вот... ТХД... А мы выиграли прошлую или нет? Выиграли, да. А, все, тогда я ник не буду менять. Ты уже в пивасе? Вообще не помнишь, что ли? Я шпилю 40 игр в день, я нихуя не помню. Дальность, вот, ну, блин, ТХД, конечно, там приятно, получается, 1800 рейндж, 14 секунд оно висит, но как использовать? Как использовать? Кого? Ульту ТХД. Не, ну, она теперь, безусловно, стала юзабельна. ТХД можно даже... Тайтхантер. Вакуум. Тайтхантер, вакуум и энкрос смеш по пятерым. Вот, все. Да, и уходим на базу. Так, все. Кто такие Титан Эспортс? Титан это 4 оранжа и плюс Ямотех. 4 оранжа прошлого года, то есть Куху, Нет, Икстинкс и Охайс. Ну, короче, топ-3. Так. Квалификации. Квалификации смешно там. А вот эта команда квалификации проходит. Да-да-да. Хакон, Лолик. Зачем ты это сказал? Я ж скинул. Так не, мы уже это обсуждаем, получается. Сказать вслух. Уже обсуждали. Все. Блин, вот эти молнии лишь рачка мне покоя не дают, они реально крутые сейчас. А как ты смотришь этот Россия, Раша? Это где ты смотришь? А, это на продаче, что ли? Молнии. Американская квалификация. Команда No Air Spirit. Команда Revenge. North American Rejects. Топ 5, что? Revenge, кстати, сильные. Хорошо. Китайская квалификация, ну тут серьезно все. Не, самая жесткая это азиатская будет и европейская. В Азии там пиздец мясорубка начнется. Угу. Слышь, Ваня? Он в скайпе сейчас скинет. Покоя не дает. А когда не могу, блядь, сюда темы соскочить, вот и все. Не знаю, что поделать. Ты пиши Дубасу и к следующему году готовься. Походу, не очень сложно. Последний разочек. У меня слезы уже на глазах, что ли? Сейчас. Опа. Опа, здорово, игра. Ну, если бы можно было ник сменить, так тут... Макс, у тебя там заехало? Русского флага не будет показано. Так, погнали. А ты можешь себе ник, Сань, такой сделать? Да я вот сейчас думаю. Россия, Раша и Лэр. Не, мне этот нравится, я с ним нормально себя чувствую. Так,
Анюксу вообще что-то сменили, нет? Бля, Иван, я тебе ответил, вон, смотри. Так, импейл, кулдаун увеличен с 11 до 13, импейл способность больше не блокируется предметом Линкин Сфера. Хорошо. Так, факер не изменяет своим принципам. Да, ну что, ребят, я так-то на тяжелую могу сходить, а могу и не сходить на тяжелую. Как вам хочешь, угодно. Андрей. Я тоже могу сходить на тяжелую, могу сходить в лес. Мы с Гудочком, походу, все. Я что-то обкатываю, ненормально. Блять. Саня, чё прикольчик. Всё хорошо-то. Моя панда аж мечи выкинула. Сожгла их нахуй. Руки опустились, блять. Так. Поехали, значит. А пару танк будет, ребят? Так, мне надо пару танк. Есть пару танк? Вань, ты же все равно на эндштов пойдешь. Да-да-да. Вань. Золотая молодежь, куча бабок, все дела. Давай, может, и мне тоже. У тебя же там миллион денег будет сходу. Во, Ванян, спасибо. Можешь еще жабе нашей купить пару танк? Не-не, у меня все, у меня заканчиваются деньги. Заканчивается, да. Пару танк. Андрей, тебе очень просит мой худ включить на секунду. Какой худ? Ну, типа, худ скин. Но я думаю, не будет удобно смотреться с твоими баннерами и прочей штукой. Так, включил. Что-то непривычно как-то. Все нормально. Все нормально. Блин, а бабушка-то быстрая. Вы сейчас смеетесь, а парни готовятся. Никаких претензий, просто, блядь. Хоть один аргумент, почему? А аргумент там, почему у половины американских? Да, вот почему бы и нет. Так или что? Так. А в американских? У меня в городе тоже команда есть, они, правда, 8 класс еще не окончили. Ага. Там такой сил. Ну реально, я вот не могу понять, сколько я слежу за сценой всей. Я не могу понять. Фак, это. Может быть. Иван очень будет недоволен, если мы будем чайтик вспомним. Чего? Вообще... Как ты это знаешь? Ну, а, я думал, мы так... его можем убить, он первый левел. Да, да, можем. Не можем. Там опсон стоят. Да? Тогда отойдем. Сикер такой топор купил, думает, что защитился от всего. Не сагрил. Ты бы вражеских добивал, гирокоптер поганый. О, ракетку пускает. Хуй знает, по-моему, зря. Слушайте, а в натуре Макси эту хрень, когда на хардлайне, так выгодно. Какую? Карапаськи. Заветы седухи? Да какого седухи? Это шмак. Начал вот эту вот штуку делать. Так и реально жестко. Кулдан уменьшается на секундочке. Длительность. Надо его только контролить. Я возьму. Чуть позже. Я заблочу его. Ибах. Давай. Так, ты чего хочешь? Ты бы от меня пропустил. Все. Но. А бабушка где, ребят? У вас не было бабушки? Бабушка не у нас. Не, она стакает, наверное.
Быстрее, он думает, что сейчас мы его отпустим, Макс. Да, 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 да. Я готов, заблочь. Я его с той стороны жму. Так, у меня ман не будет. Короче. Да, так себе делал. Типа надо было стан ждать. Ну там он слишком быстро бежит, мог не успеть. У него варда нет, я забил. Сейчас. Накупится мана, скажу. Так, а ты умрешь? Не, не умрешь. Суппортс, а миссинг. И дай ему докинуть сейчас на эту тачку. Угу. Могу заблочить его. А кто сикера надувает так сильно, ребят? Я надуваю. Ну, он меня по 200 бьет на мид. Понятно. А сколько у него? 3 или сколько? Не знаю, красными цифрами мне на Монике показывают 200, 200, 200. И все, и умер. Охуеть? Нет? Наверное, это мы с Ибахом тогда. А, ну, не проблема. Потом убьем его. Могу заблочить. Можешь. Я сам не пройду. Слегка только. Так, ракетку надо разогнать, разогнать. И смотрим. Лол. Ой, придурок, не нажал. По-моему, сейчас не спрядет. А ты еще сможешь? Нету ман. Прыгни. А что, есть? Не будем? Подхилить мне. Бля, там курица, да, есть. Мы его еще разогрели прям сильно. Блин, ракетку поставил еще. Она же сейчас. Шестой тебе надо взять, похилить. Взорвет меня, найн! Регенчики. Погнали, ДС. У него вард был. А, и мы сбили вард, точно. Он шестой как не регенится. Эх, за. Я пошел сюда базу. А надо ману, что ли, уметь, чтобы регениться, да? Нет, чего? Тебя сикер видит, ты не будешь регениться. А, понял, понял. И будешь его надувать. Бам, бам, бам. Дыщ. Котл там в лесу качается? Ходу да. На второй левел еще. Он, наверное, только на стакнул. Внизу ровно. Ты если что, подойдешь. Рубика хотим кого-то? Да, можно. Сейчас, секунду, смотрим. Вот так вот. Я не знаю, чем тебе помочь. Я не надуваю пока его. Я могу просто стану выписать, если сейчас разгонишься. У меня серый экран, Сань. Понял. Плохие новости, да? Да. Блин, а Bloodseeker так-то сейчас начнет свою катку. Я вижу, чем Котл занимается. Че там у него, нормально? Да. О! Понял. Для меня стакл. Но все-таки второй левел, Сань, правильно? Угу, нормально, я его пробиваю. Все. Ну, что-то долго курица идет, там моя ТПшка должна была сейчас уходить. А зачем вы ее вообще туда взяли? Умру сейчас, пиздец. Я должен был убивать вот там вот на их территории и улетать. Так, а как же контрить Bloodseeker'а? Внимание, вопрос.
что-то у меня. Давай я опять стоп приду. Ну давай. Рубик опять застал. Сейчас смотри, подрезабайт что только. Не, он умный парень. Или тупой, одно из двух. Ну да. Смотри, втерся в доверие. Тут стаков миллион. Да, да. Готовится уже нападать. Сейчас тебе бежит вот сикер. Сикер 9. Окей. Сейчас фармить будет и Дарксир. Пошли туда, пойдешь со мной? Ну, такая себе идея. Посмотрим, что. Ну, в экспу заберем котла. Что, ДС? Да, 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 они собрались тут забирать. Мы можно с Тайдхантером. С Тайдхантером можно забрать. Он же ему рост ставит. Пойдет. Все. Армисты. Котла гоу? Смотри, как ему. Ой, ой, хакер-то умер. Мне вообще даже. Мне, кстати, не сбивает этот рейдж. Кракен Шелл. Что, кстати. Меня немножко удивляет. Так, я разогнал его, ребят, сорьки. Так, а что ж с ним делать, с таким красивым? Кинжал надо брать. Котл убил стаки. Вертолет пошел себе стакать. Можем заблочить это? Можем на 3 минуты. Иллюзии забрать? Угу. Ай-яй-яй. Ушел куда-то Бладсикер, может быть, на топ. Пят, у тебя инсайдеры какие-то, фак, иду. О, все, я еду. Что, и ТП-шка идет? Не, ну четверых персонажей мы не вывозим. Вот так вот. Пятерых тоже. И пятый подоспел. Что с ним делать? Ах, хер его знает. Что, нам помощь нужна какая-то. Из соседней игры нам, по-моему, помощь нужна уже. Какие там в центрях. Вань, может, купаются? Ты подойдешь в топ? У нас еще глиф есть. Райвиш дашь, не? Окей. Давай. Этот без. Без ульты своей поганой. Так, ну и ладно. Ничего страшного. Блять, Бладсикер, он еба. У него вард тут, походу. Ну погнали его убьем всей командой. Пойдем. Ой, ёб твою мать. 135 маны у него. Короче, я сейчас буду атаковать здесь. Фиссур, кто пройдет. 10 секунд, фиссур. Только не ставь, смотрю, пожалуйста, уёбок. 5 секунд. У меня мана нет, я не знаю, что сделать. Месяц. Так, ладно, я пошел отсюда. Не, ну этих он заберет. Там. Да там, блять, я не знаю, там то ли вард стоит, то ли еще что-то. У меня было больше, чем половина. Вон, на хосте. Хули он меня с лоу-граунда увидел? Я не знаю.
Так может и вард? Почему же не вард-то? Не, Блудсикер, это наша проблема, наверное, ребят, все-таки. Думаешь? Да, думаю, да. Сейчас там паренек тавр забирает. А если он забирает тавр, то у него еще получается БКБ, получается. Получается БКБ, получается, как сказал-то забавно. Можем хоть кого-то убить, хоть с кем-нибудь? Вообще можно будет сикер попробовать. Хотя здесь вижу, нет. Ебаный рот. Здесь. Так, вижу сломан. Угу. Ну вообще он. Че, думаешь его? Надо было, пока он стоял. У меня 30 секунд, дорогой. Так там мразь 1600 хп, 9 арморчику. Так, 30 секунд до рейвиджа. Ну ждем, фак. Андрей. Я нормально. Думал, кто... Ну-ка, фак, покажи, как ты можешь. Да, рейвидж есть, я думал, драться сейчас будем. Сейчас будем, ты покажи, как можешь сначала. Я готов. И они тебя уже не бьют, да? Да, как-то так. Так, атака. Поможете? Да. Анкер смеш украл. Ёб твою мать. Ёбаный ад. Так, ну, Котл на 500 задул всех, да? Главного мы убили. Котл вдуванул 225 всего. Ой-ой-ой, факер. Ой-ой-ой, факер. Но он вроде не качал. А мне-то какая разница? А, да. Лол, я, кстати, с этого заработал с Блудсикера на кинжал. Блин, ну вот игра интересная. Бля, опять стэк, что ли, зафармят сейчас? Не позволим, фак. Не позволим. Да идем убивать. Че пойдем? Внизу рубик стоит. Стаки не фармит никто. Можно, хорошо. Можно еще разок стакнуть даже. Я не успею. На миде есть помощь? Я подхожу. Еще фишура будет. Блин, что это такое? Рыбец есть. Манда. Блять, это что? Этот виндети Рубик. Хорош, хорош, ребят, хорош. А следующего гол? Там Рубик виндети. Гоу, гоу, идем, я цепанул. Кого? Там. Тауэр заберем? Так а хули нет, факт. Бля, сюда. Чью мека нужна? Я мек, наверное, соберу. Давай, вари, вари. Там пока нет еще, а, но они не ошибаются вроде, да? Так, ну, только значит, пойду веншентов ебану. По стакам пока, факт, поприкалываюсь. Блять, это Тайтхант, он реально, он же меку выфармливает на эншентах изи просто. Еще в любой непонятной ситуации выфармливай меку на эншентах. Охренеть. Персонаж просто класс. Ой, я забыл очень. Да. Не, сейчас спалюсь, кстати, блядь, надо отойти, прикинься. Не по третьему, пассивка. По третьему там вообще похер. По третьему вообще ноль дэмэджа. Да, приятная хрень.
Здесь и этот бусикер. Ой, блядь. Залежит. Я отключил эти. Так, ты. Все нормально, Макс, ты блудсикера не нафидел. Ага. Ой, я так хотел, да. Так, на меде, гайс. Бля, там в чате Хаконы, конечно, сейчас творится такое. Russia aware? Да. Не, короче, Сэндж этот парень зря... А, ну вот уже Сэндж Яша там. 200 голды мека. Вот на меде забирай, фак. Да я бы на топе забрал. Лучше здесь забирай. Там. Окей, тут заберу. Это нормально, что вот тут быстрее? Так, что-то бабушка, кстати. Вот, вот. Там бабушка, дедушка, все. Надо всех забирать идти. Ого. Ёб твою мать, что-то... Давай, закрывай. Сейчас будут арканы. Да, не будет сикрасить. Дальше идем? Дальше ага. Надо ближе идти. Ага. Кинул ульт. Блудсикер, как бы мы все магии потратили. О, БКБ, парень. 5 секунд стан. Да ебаный в рот. Я думал, Саша Яш. Сказал. Не, у него была Саша Яша. Я про блудсикер или ты про гирокоптер думал? А, я про гирокоптер. Я такое, да. Обманочка. Так, что Никсу рекомендует? Дагон рекомендует, Дагер, Хекс. Я пока что-то к Хексу склоняюсь. Учитывая последние обстоятельства. Так, а ну пойдем сверху попробуем. Тауэр что, не хотят, что ли? Сплей. Ага, смоки. Брать его. Лол, крипы подошли. Вертолет, ракету можно разбить? Подожди. Ракету тяжко разбить сейчас. В наше время. Так, а снизу что? Снизу тоже можно, сейчас там кто-то будет дефтить, какая-нибудь стаки, бабушка. О, фак, слушай, насчет стаков. Да. Неплохая идея, сейчас туда пойду. Так, ну что, бабушка будет дефить здесь, нет? И бах, будет бабушка дефить? Я не знаю. Гирокоптер будет дефить. Там Хакон поливает вас. Сказал, вы ему завидуете. Я ухожу. Сказал, факер, ты чё завидует? Про комментатор херов. Он так сказал? Да. Играет только матерку. Я слышу правильно. Прикольно. Ужас. Да, факер, ты ж не завидуй, блядь. Сори. Со своей матеркой, вот именно. Так, что здесь? Вот такой герой. Не знаю, у меня не, на аматорке шло лучше, чем у них на Star серии. Началось. Война пошла? Ты об этом? Прикинь. Так, ну, Блудсикер без маны вообще... О! Идем внизу. Он на топе. Всей команды. Есть тревич. Так, не понял. 10 секунд, мег. Ладно. Здесь вижу, не было. Да, не было. Постоим вот здесь. Угу. Погнали. Ебать, там народу, парни. Ну, сикера нет. Блять, успел.
Так, сыкотно, ребят, сейчас подхилит еще своих там. Или всем похуй. Понял. Всем похуй. Гирокоптер. Ребят, команда просто класс. Вань, стаки. Да-да-да, иду уже. Ой, коротенький у меня. Станчик-то. Иван, а я посмотрю, не против? Да-да-да. Ну ладно, Гриш долго фармит. Пиздец, что это за бред? Просто смотрю на это. Нравится, да, Андрей? А мне это как нравится. Просто какое-то говно. Я же говорю, я больше не охуевал, когда мувики смотрел про Сикера, как он с 2500 МС бегает. Охуеть. Снизу идти надо бы, Макс. Это ж какая реализация может быть его? Новая. Ой, Макс. Так, ну я иду в фулл этот. Понимаю, что плохо-то все. Хотя, Макс, типа аут сработает здесь, если что. Да, не хочу тратить 135 миллионов. Я иду в фулл, короче, танк, поэтому я, наверное, Шиву сделаю себе в этой игре. Фулл танк, фулл Шива. Никто же не против? Да нет. Я только просто за, может, если Шива будет. Если, может, вы просто получше какой-то вариант предложите. Я возьму. Пожалуйста, пожалуйста. Слушай, давай на БКБ разведем его. Макс, я его убить можно. А, у тебя этот самый... Не видел, не видел. Доебалось уже почти что. Не, я в смысле. Так, сверху вон он, гирокоптер тут. Там может быть еще и еще и еще. Интересно, он дебил или нет? Не, у них зрение есть. Скорее всего. Сейчас, если будет, то много. Хотя смотри. Что-то не связался. Ну, забей. О, надо факеру стакнуть еще здесь. И посмотреть, да под. Почему нет? Ты бы сделал. Андрей, ты алибарду, слышишь? Ты фетишист какой-то. Я? Чтобы вообще фул уже. Да, ну я спросил, есть варианты получше? У нас только сикер тут разъебывает. Он БКБ не покупает. Все, сделаю алибарду. Ну ему сейчас проблемно уже будет с этим алибардой. Уже проблемно. Не с алибардой, а с БКБ. Я говорю, если бы он сразу БКБ сделал, тогда бы страх. А чё курица у нас стоит на меди, вот просто и крипов смотрит, да? Ну, тоже подсматривает. Даже фетишист. Это ты что-то сломал? Ремнанта убил какого-то, я не знаю, бах какой-то. Понял. Не таргетился, только наводился на него, написано какой-то так, а нам здесь не разобьют сейчас? НЦ3, Дота, Ремнанта. Там снизу много, парни. А, снизу много, значит сверху можно идти. Сейчас в консоли можно такую команду. Это гейм... Аккаунт, факер, халберд. Нормально. Не появилось что-то. Ему не работает? Ошибся где-то. А, ты в чатике написал, Сань, надо в стиме в этом. В консольке. Что-то их нет. Пока ты только... Может, Рубика забагал, а? Ребят. Вместо героя алибарда появилась просто. Блин, какой же все-таки нюкс клевый чар. Вот маг знает это, а у нас в команде не знают этого. Ебах, ты планируешь... Сань, посмотри там что ли? В скайпе. Ну, он мне будет поднимать, мне кажется, всю жизнь. 6 тысяч-7 тысяч. А у него самого 6 тысяч есть?